девчонки, поехали. Борька, травы добавь. Так, Жора. Жор, дым давай. Отлично. Отлично, мои хорошие, отлично! Давайте, мои кисоньки. Прекрасно. Очень хорошо. Давайте, давайте, работы. Кайф. Богини мои. Ча. Привет. Ну что, ты посмотрела? Это будет намного круче. Сквозное настроение, агрессивная сексуальность. Ну и, конечно, бесконечное одиночество. Жор, дым добавь. Чего ты молчишь, что скажешь? Ты, конечно, гений, Алекс, но давай без импровизации. Час назад разговаривала с Амстердамом. Они готовы увеличить гонорар, но требуют больше загадочности в сюжете. Космоса, философии. В общем, делай как дело. А ты когда приедешь? Не знаю, работы много. Коль, боковой убери. Что стоим? Работаем! Спят сегодня все. Послушайте, этот разговор ведет в никуда. Федор Ильич, давайте не усложнять друг другу жизнь. Вы должны будете информировать меня о ходе дела. И никакой шумихи, никакой прессы. Вы меня понимаете? Они подсовывают мне липовые бумаги, а вы хотите, чтобы я закрыл на это глаза? Нет, я молчать не стану. Вы же не глупый человек, господин Кельский. Соглашайтесь на мое предложение. От этого всем станет проще. Пока эти люди просят по-хорошему. Извините. Да, дорогая? Привет. Ты где задерживаешься? У меня уже все готово. Не волнуйся, скоро буду. Ну, давай, жду. Просто потом будет поздно. Это угроза? Я хочу, чтобы вы приняли верное решение. Уже принял.
Ребят, а? Отъедьте, пожалуйста. Сейчас. Угощайтесь шампанскими закусками и постигайте мой внутренний космос. Если это не удастся с первого взгляда, удвойте дозу шампанского. Прошу. Завидую по-белому. Как ты можешь спокойно работать с ним? Он же красавчик. А еще самовлюбленный и пафосный. Ну, для фотохудожника такого уровня это комплимент, Василиса. Ты его еще не знаешь. Это поправимо. Не спорю, но знаешь, Бас со всеми моделями так сотрудничает. Они на все готовы, только бы оказаться у него в постели. А он этим нагло пользуется. А ты не на все готова? Никогда в жизни. Вас приветствую. Рада вас видеть. Этому фото подошло бы название «Немая суета». Презентация прошла превосходно. Но создателя это не радует? А что может успокоить гения? Знаешь, теперь я понимаю, почему тебя называют сумасшедшим. Но ты не жалеешь, что мы сбежали от этих? Алекс, Алекс, браво, браво. Каноном фотографии эти снимки чистейший брак. Отбросы для мусорной корзины. Да ладно?
В этих фото определенно есть идея, душа. Да нифига там нет. А эти ценители космоса аплодируют, собственно, безвкусице. Знаешь, если 3 часа назад я была просто увлечена тобой, то теперь влюблена как девчонка. Этот городишко на меня давит. С одной стороны горы, с другой море. Замкнутое пространство, как в пещере. Мне кажется, на, купи себе что-нибудь. Я хорошо зарабатываю. Я могу что-нибудь подарить своей девушке на память о сегодняшнем вечере? Я настаиваю. Ну, спасибо. Труп председателя земельного управления области Федора Кельского найден сегодня в 5 утра. На теле не обнаружено видимых признаков насилия. По предварительным данным медиков, смерть Кельского могла наступить в результате сердечного приступа. С места событий специальный корреспондент Екатерина Макарова. Алекс, ты что? Одевайся. Я что-то сделала не так? Яныч, прости, что дергаю в такое время. Да не в обезьянке я, мне помощь твоя нужна. Слушай, можем встретиться в ближайшее время? Хорошо, давай. Здравствуйте. Очень рада. Проходите. Поворачивай. И у ворот. А вы к нам поселяетесь или так? По Рита. Делам? Да, да, меня Рита зовут. Смотри, какой важный, а? Уже 3-й раз приезжает. Чего бы это? Ну, может, человек держи. Осматривается. Спасибо. Денег хочет дать на пансионат. Человек не бедный. Жди. Девочки, давайте думать о хорошем. А может, этот умный человек хочет избавить наш пансионат от всех проблем? Да. Такие дадут. А что, бывает. Мир не без добрых людей. Валюш, а ну сделай мне сладкую жизнь. Момент. Прошу, прошу, садитесь. Спасибо. Здесь все разрешительные документы по продаже санатория. Нужные люди уже сказали свое «да». Слово за вами, Лора Афанасьевна. Надеюсь, оставшиеся формальности не займут много времени. Вы же видите, я охотно иду навстречу. Вы, Борис Яковлевич, единственный мужчина, мысли о котором не дают мне спокойно спать. Да ладно. Был, правда, один, пока во все криминальные новости не попал. Да. Но его мнение нас уже не волнует. Слава богу, все хорошо сложилось. Надеюсь, что все и разрешится благополучно. Я ведь тоже рискую. Санаторий закроют, людей распустят. Что же я буду? Как же ж мне дальше-то? Надо же на что-то жить. Место в районном совете для вас уже готово. А еще? Еще? Уютный шезлонг. Где? Вы уж сами решите, где. Спасибо. Это только часть благодарности. Остальное по завершению дела. От вас-то нужно всего несколько подписей. Да.
займите чем-то ваших постояльцев. А то еще шумиху поднимут перед нашей сделкой. Да. Жду вашего звонка. Да. До свидания. Алиса, не балуйся. Да, хорошо, мам. Алиса! Ой, извините, Лора Афанасьевна. Лора Афанасьевна, извините, пожалуйста. Алиска, иди переодевайся, сейчас на речку пойдем. Ура! Давай. Скажите, пожалуйста, нас закроют? Ну, просто Кельский, он мешал приватизировать пансионат, а теперь путь открыт. Катя, вы свои догадки оставьте при себе. Я просто спрашиваю о том, что всех интересует. А то, что я места себе не нахожу, когда думаю по ночам, как спасти эту дыру, вас не беспокоит? Я жду отчет по хозяйственной части. Сейчас я принесу. И я прошу вас, не слушайте вы сплетни. Государственная компания для малоимущих еще 6 лет назад как свернулась. Так что скажите спасибо за то, что я все делаю для вас, чтобы этот пансионат не закрыли. И Борис, правда, он нам поможет. Да. Да. Девочки, у Лоры Афанасьевны очень много дел. Знаете что? А давайте устроим концерт. Вот для себя. А я могу спеть, правда, девочки? И споете, и станцуете. Вот так по-домашнему, вот так по-семейному. Я жду отчет. А концерт будет называться «Открытые сердца». Ну вот и все. Держи. Спасибо. Побежали. Вот флешка. На ней эта фотка. Саня, ты не совсем по адресу обратился. Турнули меня из органов. Как это турнули? Я 2 года вел сложную коррупционную схему. Почти до самой верхушки добрался. Понятно, не дали закончить. Представь, что ты 2 года трудишься над тем, чтобы сделать идеальный кадр. А когда он у тебя в руках, его отбирают и уничтожают. Короче, уволили меня за превышение служебных полномочий. Ген, я тебе, конечно, сочувствую, но мне что делать? Думаю, дело переквалифицируют в несчастный случай и закроют. Подожди, это ж не несчастный случай. Короче, этим делом занимается мой бывший напарник, следователь Бригов. Вот ему все и отдай. Яна, я не хочу во все это вмешиваться. Вы менты, вы и разбираетесь. Ты по всем процессам свидетель. Сокрытие улик – это преступление. Так что хочешь, не хочешь, а должен отдать сам. Пока. Надо же было во все это вляпаться. Можно, Лора? Заходи. Я отчет принесла, который вы просили. В прошлом месяце 15 тысяч сэкономили на электричестве. Можем либо на следующее разбросать, либо ребятам, ну, на праздник, о котором вы говорили, сладкий стол сделать. Им будет приятно. Я подумаю, что-нибудь еще? Санатории все-таки закрывают, да? Не морочите мне голову. И так хлопот хватает. Это все-таки не только место работы. Это мой дом, притом единственный. Кать, вы паникерша. Ну, вы бы, может, не спешили с решением, Лора Афанасьевна, а? А если докажут, что Кельского убили, может быть, все обойдется, нас не выселят? Не выселят. Нас вынесут. Оглянитесь, грибок вокруг. Стропила старые. Здание нуждается в реконструкции. Но есть же другие способы реконструировать. Можем сами что-то доделать, спонсора можем найти. Но будьте человеком, Лора Афанасьевна. Да вы хамка и переживалка. Никому я ничего не обязана. Перестаньте давить на жалость. Идите работайте. Извините, если не вовремя. Катерина, ну вы бы пожалели Лору Афанасьевну. У нее и так такой груз. Ответственность на хрупких женских плечах. Это для вас. Сам собирал. Благодарю. Такой денек. А у меня для вас еще один подарок. Чанчу. Китайская денежная жаба. Даром, что трехлапая, зато фору даст кому угодно. Это к чему? К деньгам.
Китае эту статуэтку называют магнитом для богатства. И что, правда, действует? Да главное верить. Вы каждый день гладьте ее по спинке. Может и получится. По фэншуй нужно устанавливать по центру. Ну, чтобы она притягивала богатство. Вы очень добры, Лев Борисович, но не стоило тратиться. Лора Афанасьевна, мне очень приятно делать вам подарки. Все, не буду вам мешать. По спинке. Обещал на речку сходить. Дружочек, миленький, давай не сейчас. Мне сейчас срочно нужно в город проехать. Опять? Маленький, ну не дуйся. Мы с тобой завтра сходим на речку, я тебе обещаю. Знаю, как мы с тобой сходим, у тебя никогда нет времени. Ну, Алисонька, ты же понимаешь, что я не специально, правда? Ну, ты же знаешь, что я тебя люблю. Это все? Копии не делали? Нет. Не делал. Здравствуйте. Здравия желаю. Скажите, пожалуйста, я могу узнать, кто ведет дело по убийству Федора Кельского? Вы родственница? Нет, но у меня есть информация, которая могла бы помочь следствию. Значит, вы свидетель? Наверное, можно и так сказать. Вы понимаете, просто Кельский – это единственный человек, который препятствовал махинациям по продаже санаторной земли. А теперь, когда его убили… Хорошо, хорошо. Делом Кельского занимается следователь Бригов. Бригов. 18-й кабинет. 18-й. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Служу. Пусть проходит. Так копии не делали, значит? Я же сказал, что нет. Я смотрел новости, видел знакомое место. Пошел, проверил свои снимки. На них все это увидел. Что? Пишите. Что писать? Показания пишите. Слушайте, я не буду ничего писать. Я закат сниму. Угу. Убийство в кадр попало случайно. Угу. Писать я ничего не буду. Редкая удача. Оказаться в такой момент рядом. Слушайте, я свободен. Если поиграться с экспозицией и контрастом, можно лицо накрутить.
Уверена, что не хотите быть свидетелем. Всего хорошего. Вы что, свидетель убийства Кельского? Извините. Дверь закройте. Прошу прощения. Молодой человек, подождите, пожалуйста. Вы видели, как убили Кельского, да? Вы из органов? Нет. Ну, тогда и вам всего хорошего. Молодой человек, подождите, пожалуйста. Это очень важно, если вы что-то знаете. Понимаете, от ваших показаний зависит жизнь целого пансионата. Молодой человек, возьмите телефон. Пожалуйста. Если передумаете, перезвоните мне. Друг мой на коленях стоит уже. Кричит: Боря, спасай, погибаю. Ну, думаю, все, хана. Нам обоим. Там прямо и ляжем. Ну, я, конечно, перекрестился, Господу Богу помолился. Трясет всего, кошмар. Я пригляделся. А это не медведь. Огромная старая коряга. Леса в России такие опасные почти, как в Финляндии. Ну да. Ну, у наших с вами народов очень много общего. Гораздо более приятного. Надеемся в этом убедиться. Да. С вами приятно иметь дело, Борис. Мы рассчитываем осуществить акт купли-продажи земли до конца месяца. Йоу-йоу. Можете не переживать, все документы уже почти готовы. А когда их можно будет посмотреть? Нашим юристам нужно тщательно вычитать каждую строчку. Понимаю. Бизнес. Все правильно. Дело в том, что весь пакет документов проверяю лично я. За доверие. Парам пикацуа куин катуа. Что значит лучше один раз посмотреть, чем потом жалеть. Да. А у нас говорят, 7 раз отмерь, а 1 раз отрежь. Всего 5 снимков. Флешка с ними у меня в сейфе. Копии я на всякий случай не делал. И не надо. Вадим, давай сюда зайдем. Похоже, у нас в управлении крот завелся. В собственном кабинете себя неуютно чувствую. Кто-нибудь еще в курсе этих фотографий? Только сам фотограф. Вот тот будет молчать. Он напуган и не хочет ввязываться. Да, какой-то несознательный. Ты справки о нем наведи. А твой новый напарник Аркадий? Да его вообще не было в отделении. Так что он не в курсе. Как он вообще? Нормально. Тут еще сотрудница санатория. Завхоз активничает. Уверена, что Кельского убили из-за несогласия списать эту землю. Никаких доказательств так. Одни предположения. Хорошо. Держи меня в курсе. Только не подключай никого. Могут слить информацию. Вадим, у нас нет с тобой права на ошибку. Если это подстава, наши головы с тобой полетят к чертовой матери. Ладно, пойдем. Привет. А почему ты не отвечаешь на мои звонки? Я так соскучилась. Слушай, ты извини, мне сейчас не до тебя. Ну, Ал. Ал, ну подожди. А ты мне снился.
Тихий остров, песок, кругом пальмы. И мы с тобой в море плещемся. Алекс, ну куда ты? А как думаешь, наш сон сбудется? Слушай, Алина. Алена. Когда будет нужно, я тебе сам позвоню. А. У тебя что-то случилось? Ты какой-то нервный. Я могу помочь. Слушай, помолчи уже, а. Надо полицию вызвать. Заткнись. Здесь без следствия не обойтись. Не надо, я сам разберусь. Тебя вообще-то ограбили? Что-то пропало? Память украли. Чего? Жесткий диск, на нем были все мои работы за последние годы. Может, все-таки вызовем следователя? Алекс, ты знаменитость. Это нельзя так оставлять. У тебя кофе есть? Есть. Приютишь себя на время, а? Вадим Сергеевич, добрый вечер. Напугал. Извините. Смотрите. Смотрите. Тормозной путь абсолютно не соответствует характеру ДТП. Чай будешь? Нет. Кельский ехал, а потом медленно припарковался. Даже если у него случился сердечный приступ, но перед этим он сначала аккуратно припарковался. Зеленый, черный? Зеленый. Наши ребята нашли на месте происшествия следы другой машины, предположительно внедорожника. Следы по свежести одинаковые, возможно, водитель внедорожника либо видел, что произошло, либо сам был участником ДТП. Результаты экспертизы есть? Нет, завтра будут. Ты же не куришь. Нет. Аркаша, ну ты же свой человек. Ну а чей? Поможешь мне по-тихому? Конечно. Вот тебе данные по фотографу. Алекс Басс. Узнай о нем как можно больше. Что, где, с кем. Особенно в последние 2 недели. Хорошо. Прямо сейчас и займусь. И еще. У него скоро выставка в Амстердаме. Так вот, из страны он не должен уехать. Перекрой ему все входы, выходы. Заморозь счета, ладно? Сделай. Садись, чайку попьем. Посмотрим, что он будет делать. Кому помчиться? Не задерживайся! Я уже начинаю скучать.
все ваши карточки заблокированы. Что значит заблокированы? Смотрите еще раз, пожалуйста. Все верно. Все три. И все три заблокированы. Ну так разблокируйте. Вы знаете, я впервые с таким сталкиваюсь. Почему-то нет доступа к информации. Зовите старшего менеджера. Я есть старший менеджер. Девушка, значит, позовите того, кто у вас здесь главный. Главный старший менеджер. До свидания. Будем рады видеть вас снова. Гена, что за дела? После похода к твоему Бригову разгромили мою квартиру и все банковские счета заблокировали. Это такое спасибо за сотрудничество? Это не наши, Саня. Похоже, кто-то узнал, что ты свидетель. Пересиди в тихом месте недельку-другую. Все будет хорошо. Слушай, не пугай меня еще больше, я сейчас и так на взводе. Да не паникуй ты, Саня. Ну давай, пока. Я сейчас занят. Привет. Привет. Здорово. Здорово. Алекс Бас ведет разгульный образ жизни. Пьянки, девушки. Общается с очень разными людьми. Начиная с министров и заканчивая мелкими бегунцами-наркоманами. Он еще в школе лидировал по количеству девчонок и по количеству загулов. Да и потом я его не раз из обезьянника вытаскивал. Что по Кельскому? Вполне вероятно, фотограф может иметь отношение к убийству. В принципе, из-за денег. Сашка на что угодно пойдет. А где он сейчас? Его теперешняя девушка, Алена Харламова, утверждает, что он утром вышел в магазин и так и не вернулся. Найдите его и следите. Ага. Похоже, он зашевелился. Я тебя еще раз спрашиваю, ты делал копии снимков? Идите к черту. Будешь много выступать, попадешь на фотосессию к патологоанатому. Есть еще копии? У меня нет никаких копий. Я их не делал. Вроде бы не врет. Давай, жучок. Кто здесь? Ай! Аля, простите, простите, что напугал. Простите. Ничего. Я сама виновата, Лев Борисович. Бессонница. Хотел прогуляться. А вы? Обход делаю. Окна проверяю. Вообще-то у нас все спокойно, но знаете, инструкция есть инструкция. А можно мне с вами? Да, конечно. Хорошо. Лев Борисович. А вы хоть раз кого-нибудь ловили? Да нет, пока нет. Тут разве что ежики бегают. А я никогда живого ежика не видела. Да. Если попался, было бы хорошо. Ой. Сегодня такая луна, что видно почти как днем.
Петрович, что слышно? О, привет. Ты по кельскому? По кельскому, по кельскому. Слушай, что-то ты очень плохо выглядишь. У меня есть отличный индонезийский кофе. Идем. Заряжает на целый день. Петрович, спасибо. Спасибо, да. Или спасибо, нет. Какой к черту кофе? Я не сплю вторые сутки. Погоди, у меня же правильный кофе. Что по кельскому? А, по кельскому. Не считая сердца, остальные внутренние органы были в порядке. Все указывало на обширный инфаркт. Ему предшествовали еще два микроинфаркта, судя по рубцам на сердце. Вообще все шло к логическому завершению. А вот, что я и написал в заключении. Инфаркт? Да. Погоди, капитан. Дело в том, что я заметил маленькую деталь. Красные точки. Какой след мог оставить электрошокер? Сильная штука, вызывающая мощный мышечный спазм. Ну что, видишь? Угу. Да, действительно, красные точки. Ну да. Красные точки. Кстати, холодно. Что там насчет кофе? В моем кофе есть отличный согревающий наполнитель. Идем. Так вот, нельзя отвергать гипотезы, что было совершено покушение. Если долго держать электрошокер, а особенно если больное сердце, то вполне возможен летальный исход. Ну как? А, Индонезия. Тут вообще кофе есть? Немножко. Да, Петрович, гипотеза, конечно, хорошая. Но как вы сможете доказать, что смерть наступила именно от электрошокера, а не от инфаркта? Нужны дополнительные анализы. Приходи завтра. Завтра будет ямайский кофе. Привет, Василиса. Привет, подруга. Скажи, пожалуйста, сегодня Алекс к тебе в галерею не заходил? Нет, а что? Да нет. Ничего. Просто он мне сегодня переночевал, а потом исчез. Да ладно. Да. Послушай, давай сейчас встретимся, и я тебе все расскажу. Договорились? Давай, до встречи. Какой-то человек сюда привез, оставил и уехал. Вы помните что-нибудь? Помню, что машину ловил. Угу. Мужик какой-то согласился до города отвезти. Потом я вырубился. А ты как здесь оказался? Мой номер телефона у вас в кармане нашли. Я вам писала. Помните? Помню. Да? Здорово вас. Это как-то связано с убийством Кельского, да? Вы знаете что-то? Вы не переживайте, в милицию уже сообщили, и там ждут звонка, когда вы очнетесь. О, Господи. Вас что, после дознания избили, что ли? Кошмар какой. Я могла бы вам помочь. Я бы вас спрятала в надежном месте.
Вы бы нам с санаторием помогли. Возьмите ватку. Они же вас оставили просто потому, что знают, где искать. Вам есть где спрятаться, есть куда пойти. Пошли. Только без лишних вопросов. Дышать свежим воздухом, а он просто подошел ко мне, взял меня за руку и отвез к себе домой. Прощу. Да ты что? Угу. Представляешь? А я-то думаю, куда это вы оба пропали тогда с выставки? Вася, он сумасшедший. Я думаю, вот это вот. Ну, как тебе? Обалденно, Алён. Нет, я хочу это. Лучше это. Ну, как тебе? Ну, так себе. Да? Беру. Беру все. Это же стоит кучу денег. Никогда бы не могла подумать, что Бас такой щедрый. Просто не со всеми. Вот так. Извините, эта карточка заблокирована. Такого быть не может. Проверьте, пожалуйста, еще раз. Нет, не проходит. Может, это у вас терминал не работает? Девушка, у нас все работает. Может, Алекс нашел себе другую? Вы можете рассчитаться наличными. До свидания. Ну вот мы и пришли почти, вот наш санаторий. А если захотите, можно будет молочко свежее козье попить. Оно здесь дешевое, очень полезное. Здесь вообще место хорошее, сосны кругом, воздух здесь хороший. Правда, у нас тут связь плохая, дозвониться бывает тяжело. Будете здесь в безопасности. Люди здесь хорошие, душевные. Мама! Пока! Мама! Привет! Привет! Папа, кто это? Это мой знакомый и дядя Саша. А меня Алиса зовут. Можешь называть меня Алекс. Алекс. Наконец-то у Катерины в друзьях мужчина появился, да еще такой интересный. Не знаю. По-моему, вообще ничего особенного. Вот здесь вот за углом наша деревянная веранда. Тут сначала тяжело ориентироваться, но вы потом привыкнете. Мам! На самом деле территория не очень большая. Идемте, идемте. Вот мы и пришли. Вот это наше крылечко. А мы с мамой тут живем. Алиса. Вот эта комната, о которой я говорила. Проходите сюда. Проходите, пожалуйста. Вот.
вот здесь можете расположиться. Эта комната, она как кладовка используется. Здесь инвентарь хранится. Конечно, не очень уютно, но я все уберу. А вот это вот ваша кровать будет. Здесь вообще душ есть? А, конечно, он у нас в комнате. Проходите сюда, пожалуйста. Там у нас душ, а тут я с мамой живу. Так, дочь, не терроризируй человека. Вы извините ее, пожалуйста. У нас не часто гости бывают. Сейчас я полотенце принесу. Ты рисуешь? Да, я. В художественной школе учишься? Нет, в обычной. У нас таких школ нет. Это Рита. Она все время ест и бережет свою фигуру. Это Аля. А это мама. А это Лев Борисович. Он просто добрый. Ты молодец, способная. Спасибо. Только я просто срисовываю. Это лица такие особенные. Ну, а у меня какое? Особенное? Особенное. Только кажется, что ты кого-то за ним прячешь. Вот мыло, полотенце. Алиска, идем. Ведь Саша будет купаться. Я поищу, во что вам переодеться, и вот сюда вот положу. Идем? Угу. Ну так что, нарисуешь мне? Ну, если вы так просите, нарисую. Не важно, чей. Извините. Садитесь, Катя. Спасибо. Я вчера на вас накричала. Мне очень неловко. Ну, ничего страшного. Не знаю, что на меня нашло. Устала, наверное. Сорвалась. Эта работа просто делает из меня какого-то монстра. Ну, с кем не бывает. Я видела, к тебе друг приехал. Это знакомый мой. Вы извините, пожалуйста, что я вам сразу не сказала. Он у меня поживет некоторое время. В комнате, где я инвентарь храню. Просто он может быть свидетелем убийства Кельского. А почему ты сказала «может быть»? Ну, он, честно говоря, не хочет, но мне кажется, я могу его переубедить. Ну, зачем? Зачем заставлять человека? И никакое это не убийство. Вот в газете было написано, что это просто несчастный случай. Ну, Лора Афанасьевна, на второй день после смерти Кельского к нам приезжает адвокат, который давно хочет выкупить нашу территорию. Ну, разве это совпадение? Да наш санаторий в таком состоянии, что любой хочет его выкупить. Его давным-давно хотят отдать. Лора Афанасьевна, в каком таком состоянии наш санаторий? Ну, все. Зачем мы будем ссориться? И хорошо, что ты друга своего привела. Знакомого. Знакомого. Очень хорошо. Пускай отдохнет. Ведь воздух у нас хороший. А ты присматривайся. Ведь ребенок-то без отца растет. Лора Афанасьевна. Ты знаешь, что психологи на этот счет говорят? А ты почитай. И подумай. Никак не может успокоиться. Типа одного привезла. Я его фото вам выслала. Говорит, что он свидетель убийства Кельского. А если начнут копать? Не успеют. Мы до этого все оформим. Нет, нет. Нет, я боюсь. Лора Афанасьевна, так дела не делаются. Мы с вами договаривались? А теперь вы что устраиваете? Но на всех документах мои подписи. Ну, хорошо. Поскольку вы в этом деле новичок, я согласен пойти вам на уступки.
двойной гонорар вас успокоит? Но ведь там этот свидетель. Свидетелем займусь я. Вы, главное, завхозом займитесь. Хорошо. Я могу войти? Извините, пожалуйста, я стучала, я вещи принесла. Ой. Ну что, так лучше? Значит так. Давайте с вами сразу уяснять. Вы можете здесь жить какое-то время. Взамен вы нам помогаете сохранить санаторий, как мы и договаривались, и больше ничего. Понятно? Хорошо. Здрасте! Здрасте, Лев Борисович. А что это с Катериной? Она обычно очень приветлива. Пошли, пошли, скорее. Куда? Как куда? Твой портрет рисовать, я уже все приготовила. Садись здесь, смотри туда. Извините, я краем уха услышал, что вы можете помочь нашему санаторию. Преувеличивают, я вряд ли смогу чем-то помочь. Жаль. Я вообще-то пришел посмотреть, как подошла моя одежда вам. Как видите. Чем богаты, тем и рады. Нормально. Спасибо. Лев Борисович, ну когда я вас рисовала, нам никто не мешал. Все, ухожу, ухожу, ухожу. А ну. Ух ты, молодчина. Ну, отдыхайте. Ты не крутись, а то без глаза оставлю. Привет. Вадим! Вскрытие показало, что смерть наступила от инфаркта. Вот заключение. У него было больное сердце. Да, так не скажешь. А мы с ним когда-то пересекались. А что фотографии Басса? Что это за люди на них? Думаю, там на фото виден момент, когда Кельскому стало плохо. Он почувствовал недомогание и вышел из машины попросить о помощи. Почему эти люди не вызвали скорую? Не знаю. Может, просто испугались, может, не захотели связываться. А может, ему просто стало лучше. Он сел в машину и помер. Ну и славно. То есть, жаль, конечно, человека, но спасибо ему, что не стал все усложнять. Не хочется заканчивать месяц висяками. Так что подшивай заключение и закрывай дело. Добро. Валера. Долго еще, а? Сиди ровно, нос кривой будет. Все, можешь смотреть.
что я? А ты что, себя никогда в зеркало не видел? Мне кажется, очень похож. Что ты хочешь? Ой. Смотри, правда красивый? Да, неплохой рисунок. Ну вот. Молодец. Вы извините меня, что я так, ну, грубо. Да нормально. Молодец. Так что, могу забирать? Ну, если вы так просите, забирай. Умница. Так вот, я провел его до нашего санатория. Ему помогает какая-то барышня, местный завхоз. На рожон твой товарищ лезет. Бас не из таких. Он на рожон не полезет. Или девка его туда тянет. Да нет. Ему другие нравятся. Вокруг него всегда модели, звезды, тусовка. Ты таких звезд не увидишь. Это точно. Юрий Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. А мои детки сейчас репетировать хорошо будут. Думаю. Так что да, присоединяйтесь. Так, а ну давай. Дети, ну все, готовы? Давайте. Давай, давай. На исходную. Лев Борисович, приобщайтесь. Ага. И начали! Арман? Давай, молодец. Ну, все. Молодец. Давай, давайте, давай, спасибо. Идите, переодевайтесь. Вот, чем бы пора.
желаете? Бублик, ватрушка, пирожок? С мясом есть что-нибудь? Сосиска, кисти. Давайте ты. Раз. А лучше четыре. Кто хорошо ест, тот хорошо работает. Пожалуйста. Зачем вы посетили нас? Вам понравилось? Очень. А я сердце. Приходите завтра на концерт, я петь буду. Борис Яковлевич, фины. Добрый день, Исма. Рад тебя видеть, брат. Это не серьезно, Борис. Вы обещали, что документы будут готовы сегодня, а ничего нет. Я прошу прощения, дружище. Это просто мои юристы немного не успевают. Поторопите своих людей. Мы не можем ждать так долго. Уверяю тебя, еще пару дней, и все будет нормально. Нет, Борис, так не пойдет. Если вам не по силам совершить эту сделку, скажите, мы найдем других посредников. Нет, 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 все нормально. Это форс-мажор. Бюрократические проволочки. Борис, мы очень заинтересованы в покупке этих земельных участков. Я сам. Сейчас же этим займусь. Эй! Выключай. Помочь? Нет, спасибо, я уже заканчиваю. Алиска молодец. Хорошо рисует. Понравилось? Она умница. У нее всегда очень хорошо получается. И представляете, совершенно само собой. А когда она маленькая была, она даже во сне рисовала, спит, а сама так пальчиком водит, рисует. Я, дурочка, думала, что это заболевание, и к врачам ее водила. Да ты что, это талант. И не развивать его – это преступление. Я вот когда студентом был, тоже болел макромиром. Даже получал какие-то призы, награды. Потом начал работать. И все пошло как-то по-другому. А что такое макромир? Макромир? Это легче показать, чем объяснить. Смотри, паутинка. Ага. На первый взгляд это просто паутинка, да? Угу. Но если приглядеться, то можно увидеть целый мир. Мам! А кто-то обещал на речку сходить? Да. Доброе утро, товарищ генерал. Бригов где? Вадим сказал, что не будет в городе несколько дней. Дело Кельского у тебя? Нет, он забрал его с собой, сказал, на досуге хочет изучить. Срочно найди своего шефа и доставь сюда. Если понадобится, арестуй. Есть, товарищ генерал. Прошу прощения, вы не спите? Да нет. Поговорить надо. Можно вас на минутку? Да, конечно. Я вашу одежду постирала, до завтра, я думаю, высохнет. Спасибо. А знаете, Кельский, ну, тот человек, которого убили, он был
главой земельного управления и наш санаторий опекал. А теперь, наверное, нас выселят, а санаторные земли распродадут. Ну, захотят выселить, значит, выселят. А кто вас все-таки избил? Ну, мне же можете сказать, я же не враг. Я ничего не знаю. Я фотограф, солнце фотографировал. Ну, и что вы видели? Видел, что машины подъехали, больше ничего. А сколько их было? Три. Три машины. А что они делали? Ну, что конкретно вы видели? Да не знаю я. Солнце уходило. Все, что знал, рассказал в ментовке. После этого всю мою квартиру перевернули, меня избили. Видимо, кому-то не понравился мой поход в органы. Это значит, вас боятся. Тогда тем более нужно давать показания. Катя, я не хочу еще больше во все это вмешиваться. И тебе не советую. Послушай, давай поступим так. Я здесь пережду какое-то время. А потом, когда все закончится, я помогу вам с Алиской деньгами. Вам хватит на первое время. Отдавать не нужно. Вы меня что, оскорбить хотите? Послушай, Катя, я так тебе больше помогу. Ты хоть дочку сможешь в художественную школу устроить. Спасибо, не надо. Я сама отлично справляюсь. У меня, может быть, сумма отложена значительная на ее образование. Просто она маленькая еще, пусть подрастет. И вообще у нас все очень хорошо. Да я вижу, как у вас все хорошо. Алискин отец хоть тебе помогает? А это вас вообще не касается. Извините, что побеспокоила. Подожди. Я подумаю насчет дачи показать. Правда? Обещаю. Спасибо вам большое. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Случай. Аля, это вы? Лев Борисович, это вы? А я ежика видела.
Лев Борисович! Лев Борисович! Лев Борисович! О, не пугайте меня! Ой, не пугайте! Ой, ой! Помогите! Человеку плохо! Кто-нибудь! Чем шумим? Ну, да что ты стоишь? Вызывай пожар! Что, серьезно? Если такое может случиться, что же такое? Алис! Горим, воду, горим! Давайте, воду, давайте воду просыпайтесь все! За мной! Соберите ребенка, пожалуйста! Мам! Алиса, вот там! Вот там! Саша, вставай! Просыпайся, горим! Саша! Катя! Где Катя? Сюда! Саша! Сюда, быстрее! Ну, вставай, давай! Ну же! Быстрее! Подожди! Здесь. Хорошо. Ты поняла меня? Будь здесь. Там все хорошо. Бегите, бегите! Катя, на! Давай, давай сюда! Катя, держи, давай! Алиса! Давай быстрее! Катя! Спасибо. Я вам вашу сумку принесла. Как вы? Сильно болит? Спасибо. Спасибо. Да нет. Как я переволновалась. Лев Борисович. Как? Как Алиса? Нормально все, спать я ее уложила. Как вы себя чувствуете? Ну, врачи говорят, сотрясение. Ну, ой, легкое. Это я скорую вызвала. Спасибо большое, девочки. Это поджог. Да вы что? Да. Я видел канистры в руках у этих парней. Господи, вам сейчас нельзя разговаривать, извините, пожалуйста, поднимайтесь. Лев Борисович, давайте осторожно. Вам помогу. Держитесь. Аля, ну, вы ну, теперь ценный свидетель. Ой. Здание категорически непригодно для проживания. В течение двух недель его нужно освободить. Мы, признаться, давно понимали, что часы сочтены. И печально осознавать, что точку приходится ставить после трагичного случая. Вот акты об осмотре территории. И штраф о нарушении правил пожарной безопасности. Все будет сделано в кратчайшие сроки. Подпишите. Да-да. Это была жизнь на пороховой бочке. Саш, подождите, пожалуйста. Давай отсюда. Вам же некуда идти, вы сами говорили, Саша. Придумай что-нибудь. Ну, в городе опасно. А здесь как у Христа за пазухой, только здесь поджигают слегка. Это меня хотели убить, Катя, меня, понимаешь? По-моему, единственное место, куда сейчас стоит идти, это к следователю в область. Вы же вчера вечером обещали быть свидетелем по делу убийства Кельского. А если в области не помогут, мы в министерство пойдем. Если там не помогут, еще выше пойдем. Но это единственный способ как-то это все остановить. Так как ты не понимаешь? Я уже ходил, а после этого как раз все и началось. Мы ничего не сможем сделать. Ничего. Полиция тесно связана с бандитами. Я убедился в этом на собственной шкуре. Это система, Катя, система. И нам ее не сломать. Единственный способ – это затаиться на время и ждать, пока все это не успокоится. А дальше будет видно. Я жить хочу, Катя. Жить, понимаешь? Вы же не один. Это же не только вас касается. Вы на людей вокруг посмотрите, им что, тоже затаиться? У них нет возможности пересидеть на курорте. Для многих это вообще единственное место жительства. Остановиться сейчас все равно, что их убить. Поэтому ты мне предлагаешь пойти этим убить себя? Катя, я не Господь Бог, чтобы брать на себя такую миссию. Я не смогу воскреснуть, Катя. Не смогу. Так что каждый сам за себя. Ну, уходи. Уходи. Послушай, Кать,
правильно ты все говоришь. Вали отсюда. Кать, подумай лучше о себе и о дочери. Вы живете как бомжи, и бомжам помогаете. Они тебе не помогут, Кать. Не помогут. Мир всегда был и останется злым и несправедливым. Мне казалось, что вчера вы были искренне и настоящие. Вчера я вам поверила. Санатория оформят еще быстрее. Пока фотограф жив, тебя могут спалить. Помни это. Ха-ха. Я работаю над этим. Я Сердце, а вы? Вальдемар. А вы шутник. Я люблю таких, будьте бдительны. Да я знаю, вас Алекс зовут. Потому что надо было сразу эту хамку поставить на место. Но я рядом проходила и все слышала. Да? Я бы никогда не прогнала такого мужчину, как вы. И если вам понадобится приют, я всегда могу его предоставить. У меня диван дома без дела стоит, и кассеты лежат. Алекс, вы же любите романсы? Послушайте,
Рита. Да. Вы неправильные выводы сделали. Просто мы с Катей так общались. Да? А как же сосиска? Зачем, зачем вы посетили нас? Кого это в такую рань принесло? Кто там? Доброе утро, это Олег Игоревна. Это курьер из редакции. Что такое? Вы кто? Все чисто, жучков нет. Да не дрожите вы так. Да пошел ты! Присаживайтесь. Давайте поговорим о вашем друге, Алексе. А он мне не друг. Хорошо, тогда любовники. Я его давно не видела. Он сейчас на международной выставке государственного уровня, между прочим. Государственным уровнем меня пугаете? Я вас не пугаю. Я предупреждаю. Спасибо. Могу я посмотреть какие-то вещи вашего любовника? Алекс здесь не жил, поэтому, извините, его вещей здесь нету. Вот вы его выгораживаете. Международные выставки, государственный уровень. А он отдыхает, да? В дешевом санатории для малоимущих. Сидит там, подлец, в 50 километрах от города и в ус не дует. Что его там держит, я не знаю. Разве только женщина? Алекс художник. Если ему необходимо было уехать неожиданно, значит, он поехал на поиски нового образа. Неожиданно уехал, это уже хорошо. А хотите, я вам скажу, какой именно образ держит его там? Она симпатичная. Симпатичная. Она красавица. Мы только недавно начали встречаться. Буквально 2 дня назад Алекс ушел к банкомату и не вернулся. Даже машину оставил. Какая машина? Вот ключи. Алло. Это Брига. Вадим. Аркаша, запомни мой новый номер. Только не записывай, запомни. Понял. Что вдова Кельского? Да ничего, никаких зацепок. Ладно. Послушай, Шелестов приказал тебя арестовать. Пусть попробует. Я тебя долго прикрывать не смогу. Еще пару дней, Аркаша. Все, давай до связи. Поедем навестим вдову Кельского. Что-то есть.
я рада, что вы так быстро откликнулись на наше приглашение. Ваш приезд очень важен. Но главное, чтобы спешка была оправдана. Мы стали заложниками очень сложной ситуации. Наш санаторий признали аварийным. Грядет очень длинная реконструкция. Ну, а я тут при чем? Вы, как отец Алисы, должны знать, что когда закроется санаторий, Алисе с мамой будет негде жить. И вы имеете полное право ее приютить. Но нежелание. До свидания. Я вам заплачу. У меня есть личная жизнь. И ребенок, тем более больной, в нее не вписывается. Заберите Алису к себе всего лишь на неделю. Скажите, а зачем вам это нужно? Ну, это не ваше дело. Ну, тогда до свидания. Хорошо. Скажем, мне нужно кое-что закончить. А ваша бывшая жена Катерина слишком активно сует свой нос в мои дела. Если вы заберете у нее дочку, ей будет уже не до нас. Соглашайтесь. Вряд ли вы сможете получить такую хорошую сумму за такое простое дело. Ну? Только на неделю? Только на неделю. И вы будете свободны от ребенка. Вот документ, который говорит о том, что вы имеете полное право на дочку. Да, вот господин Одинцов назначен опекунским советом быть вашим официальным сопровождающим лицом. Катерина, зайди, пожалуйста, ко мне. Лора Афанасьевна, извините, но нам на сердце красной краски не хватает. Алевтина, вы зашли не вовремя, вы нам мешаете, выйдите, пожалуйста. Но концерт уже завтра, а сердец нет. Вы понимаете, что я вам отдала последнюю краску? Но мы ее все уже на красивые слова истратили, они висят у ворот. Сердца свои для вас мы открываем. А сами сердца остались белые и пустые. Некрасиво же. Хорошо, я достану вам краску. А сейчас, пожалуйста, покиньте мой кабинет. Спасибо. Идите, вы нам мешаете. Вы знаете, у нас концерт завтра тематический. Открытые сердца. Так что приглашаю Аля, вас. Идите. И будем рады видеть. Сердца свои для вас мы открываем. Спасибо. Алевтина. Дочку заберете прямо сейчас. Так. А деньги? А, ну да, конечно. Все остальное вы получите, когда заберете Алису. Что? Получается? Да. Это Валь, помогите надеть. Ага, давай. Вот. Повернись, покружись. Ну вот. Вот, теперь ты настоящее маленькое сердечко, скажи. Да. Как вы думаете, маме понравится? Ну, конечно, понравится. А я еще стихотворение написала. Ух ты! Сейчас расскажу. Давай, давай послушаем. Как солнце греет, жертвуя теплом, как месяц светит лунной дорожкой, так мама с папой делится добром, отдав кусочек своего сердечка. А мне бы только их рисовать обоих. Браво! Молодец! Так, так. Все, на краску я договорилась. Угу. Будет. Сейчас развешиваем как есть, а раскрасим потом висящими. Смотри, да. Красивые? Алиска! Срочно к директору. Там два каких-то дяди приехали, хотят тебя видеть. Ага. Дяди? Девочки, я пойду пройдусь. Ага, хорошо. Давай. Так, так. Сюда. Извините, вы меня да, вызывали? Да, Катенька, проходи. Здравствуйте. Добрый вот, день. Что ты здесь делаешь? Хочу видеть свою дачу. У тебя нет дочери, ты от нее отказался. Я не отказывался. Я вынужден был уйти. Угу. Да, был неправ. Ну, с кем по молодости не случается. А теперь все по-другому. Я много лет не видел свою дочь, и поэтому забираю ее к себе прямо сейчас.
Не будет этого. Ну как это не будет? Так. Я имею на нее такие же права, как и ты. Да? Да. Ребенок должен жить в нормальном доме. Не будет у нас жить в этих развалинах. Ну, Рафа Анасьевна, я не понимаю, что происходит. Сделайте что-нибудь. Он нас бросил, мы еще в роддоме были. Ему никого, кроме себя, не нужно. И вообще, Алиса моя дочь. Катенька, ты только не волнуйся. Закон есть закон. Петр Иванович. Вот постановление суда о родительских правах. Вы не имеете права прятать дочь от отца. Я не имею права. Судебное решение обжалованию не подлежит. Мам, вы меня звали? Идем отсюда. Мам. Ну что вы сидите? Идемте за ней. Алиса, детка, помнишь, я тебе рассказывала про папу? Да. Так случилось, что он хочет тебя забрать. Он вернулся из экспедиции? Доча! Дочь! Ну, здрасте. Вот это твой папа, Алиса. Бандитка, иди ко мне, будем обниматься. Иди. Ты не забыл меня? Ну нет, конечно, что ты такое говоришь? Просто тебя так долго не было. И мама много плакала. Катерина, ну не будь эгоисткой. Ты же видишь, как им хорошо. Вот, почитай. Ты к нам надолго? Ну, как надолго? Я... Ну, конечно, надолго, ведь он же твой отец. Отец — это навсегда. Ты будешь жить в своей собственной комнате с кучей игрушек. Мам, у меня будет своя комната. Это такое счастье, когда дети находят своих родителей. Ура! Похоже, сдал нас Аркаша. Тревога. Это он за тормозком заезжал. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите. Я бы хотел поговорить с вами о вашем... мужа. Тогда проходите, пожалуйста. Присаживайтесь. А я пока чайник поставлю. Спасибо, я ненадолго. Присаживайтесь. Вы с Федей не были знакомы? Нет. Он никогда не отпускал гостей без угощения. Многие любили бывать у нас. А вы что конкретно хотели? Я бы хотел показать вам несколько фотографий. Может, вам удастся кого-нибудь опознать? Федя. В жизни никого не обидел. Работал честно. Взяток не брал. Никому дорогу не переходил. За что? За что? Это мы и пытаемся выяснить. Делаем все возможное. Вы никого не узнаете? Про силуэту похож на одного. Я имени его не знаю. Приходил к нам как-то. Я запомнила, потому что Федя после этого визита сам не свой был. А как он его называл? О чем они говорили? Я не помню. Извините.
Хотя Федя ругался, что у людей совести нет, что санаторий для малообеспеченных хотят отобрать. Больше ничего не помню. Извините. Спасибо. Вы нам очень помогли. А чай? В другой раз. До свидания. А фотографии эти мне в милиции не показывали. Откуда они у вас? Это закрытая информация. Я вас убедительно прошу о моем визите никому не распространяться. Даже милиции. Хорошо? Хорошо. До свидания. Ну что? Вроде бы опознала. Сказала, что этот человек заходил к ним домой, и это как-то связано с санаторием. Но имени и фамилии не знает. Новость хорошая. У Алисы нашелся папа, Катин муж. А девочка Алиса просто счастлива. Нет, ну ее можно понять. Она так долго не знала своего отца, а? А! Она же не просто выгнала мужа из дома, она ему еще запретила видеться с собственным отцом. Это как умеют некоторые женщины облапошить мужиков. Аркаш, привет. О. Здравствуйте, Не знаешь, Брига у себя? А, нет. А что вы хотели? Да я ему пообещал написать новое заключение по поводу смерти Кельского. А он не пришел, вот и пришлось самому идти. А что там, что-то важное? Да понимаешь, я проверил структуру мышц. Так. Анализ на сахар. Все подтверждает, что на организм было длительное воздействие электрошокера. Вот это и привело к остановке сердца. Подождите, то есть Кельского убили? Безусловно. Давайте мне, я скоро увижу Бригова и сам ему передам. А. Давайте. Ну, хорошо. Только пусть обязательно ко мне зайдет. Хорошо. Все, давай. Угу. Копачевский. Слушай. Что у нас по Бригову? Ничего, я расставил охрану возле дома. Тихо. У его бывшего напарника Гены проверяли? Нет, но я лично проверю. Тут вот какое дело, Аркадий. У Вадима хранились фотографии по делу Кельского. Об этом знали только я и он. Теперь знаешь и ты. Так вот, когда будешь брать Бригова, фотографии сразу ко мне. Понял. Товарищ генерал. Да-да. А можно вопрос не по уставу? Давай. Скажите, у вас есть какие-то причины не доверять ему? Какие-то доказательства? Ну, во-первых, всегда нужно действовать на опережение, Аркадий. Во-вторых, я доверил это дело исключительно Бригову. И что в результате?
Следствие зашло в тупик, а следователь пропал вместе с уголовным делом. А ты говоришь, доказательства. Послушай, Аркадий, я тут навел справки о тебе. Ты исполнительный сотрудник. Так что, если доведешь это дело до конца, переведу тебя из помощников в следаки. Понял. Действуй. Готовь машину. Ну что? Пока глухо. Но сейчас попробую еще один способ. Да? Это Лора. Вопрос закрыт, Борис Яковлевич. Девчонку отца. Мать бьется в истерике. Ее уже не волнует ни фотограф, ни санаторий. Так что я свою работу выполнила. Ну что, спасибо вам за оперативность. А где моя вторая часть гонорара? Ну не переживайте вы, Лора Афанасьевна. Я свое слово держу. Скоро я к вам приеду, и мы с вами рассчитаемся. Подготовьте оставшуюся часть документов. Конечно же. Всего хорошего. Есть! Удалось вытянуть лицо нападавшего через отражение в стеклах машины. Вот он наш конкурент. Где-то я его уже видел. У меня тоже такое ощущение. Серьезный противник. Лучше нам от него сразу избавиться. Организуем, Борис Яковлевич. А ты действительно приносишь удачу. Пока, мам. До встречи. У Алисы отец нашелся. Поздравляю. Саша. Что мне делать? Валя. Он нас бросил, когда Алиска только родилась, ей диагноз поставили врожденный порок сердца. Я думала, я с ума сойду, ревела сутками. А потом ничего, усмирилась. Квартиру продала, дом от родителей остался. Все деньги, правда, на лечение ушли, нам поэтому теперь жить негде. Зато Алиска здоровая. Ее совершенно вылечила полностью. Теперь он приезжает и привозит. Что это такое? Я не понимаю. Кать, пойдем. Пойдем. Ой, извини. Сейчас. А я ведь ему романсы пела. Все. Ой. Вини может быть и женами.
Ее мы оба далеки. Зачем же взглядами, плечами? Ты льешь мне в сердце яд тоски. Зачем тревогу? Забор. Привет, Ал. С тобой молва. Я так беспокоилась о тебе. Ты видела? Кошмар. Ты видела? Видела? Ничего забыть. А это что? Тебя били? Ты что здесь делаешь, а? Я волновалась за тебя. Душа. Когда ты не вернулся домой, я прям почувствовала, что с тобой что-то случилось. Я не знаю, откуда ты узнал, что я здесь, но можешь не волноваться. Со мной как никогда все в порядке. Вы извините, пожалуйста, что я вмешиваюсь. Просто Сашу избили и бросили за городом. Ему некуда было пойти, и я предложила остаться здесь, в санатории. Сашу? Да. Представь себе, Алексу есть куда идти. Просто ты решила воспользоваться тем, что ему очень плохо, и взять его себе? Я знаю, что нужен таким вот, как ты. Он мне не нужен, но очень хорошо, что вы приехали. Он как раз собирался уезжать. Кать, подожди. Алекс, между прочим, ко мне тоже приезжали и угрожали. Но тебя рядом не было. Я бы ничем смог тебе помочь. Алекс, они знают, что ты здесь. Они нашли твою машину. Я прошу тебя. Давай уедем отсюда куда-нибудь подальше. Послушай, Алин, ты мне не нужна. Уезжай. Меня зовут Алена! Уйдите! Привет. Моя статья уже ушла на верстку? Отлично. Придержи пока. Мне нужно еще кое-какие правки внести. Давай. Катя! Кать! Кать, ну подожди. У меня твое постановление. Я хочу тебе помочь. Я так решил. Это Катя, аферистка, я тебе говорю. Мужа у девушки увела, себе привела, а у нее самой есть муж. Эгоистка. Да, молодежь совсем с ума сошла. И главное, все эти годы серой мышкой притворялась. Понимаешь? Дочь от родного отца прятала. Кошмар. Алиску жалко. Она не виновата, что взрослые бесятся. Да не до тебя сейчас. Девочки, а у нас гости. Здравствуйте. Здравствуйте. А нам нужна Екатерина Котова. Не подскажете, как найти ее? Это так, так и туда. Спасибо. Да, пожалуйста. Не заблудятся? Это милиция. Угу. А я, девочки, не удивлюсь, если в поджоге виновата наша Катенька. Угу. Кто громче всех кричит, тот и виноват. Кать, в общем, эту бумагу нужно показать юристу. У меня есть один друг, который... который сталкивался с подобными документами. И, в общем, он тебе поможет. Спасибо, Саш, большое. Если этот тип как-то связан с санаторием, значит, его могли там видеть. Теперь главное, кто до него первый доберется, мы или они. Алекс Бас и Екатерина Котова? Да. Да. А что случилось? Следователь Петр Громов.
Ребята, вы должны срочно убираться отсюда. Вадим Бригов, который вел расследование, скрылся и сейчас находится в розыске. Он пытался замять дело, так что вы и ваша девушка в серьезной опасности. Пройдемте с нами. Товарищ следователь, у меня ребенка забрали. Вы извините, пожалуйста, но мне нужно ее вернуть. Сейчас нужно приехать в отделение, а с вашей дочерью мы вам поможем. Да. Ну, поедемте. Пройдемте. Пойдем. Благочестивая наша, арестовали. А он мне тоже подозрительным показался. Это она его втянула в эту передрягу. Хорошо, что папа успел забрать девочку. Да. Спасибо большое. Спасибо. Не надо. Как вы себя чувствуете? Голова не болит? Да нет. А жить будем? Конечно, будем. А-а-а. Следите за моей ручкой. Сергей Дмитриевич, томограмма готова. Замечательно. Ну что, томограмма хорошая. Вам повезло. Сотрясение легкое. Но минимум неделю. Вам нужен полный покой. Лежите, отдыхайте. Я согласен. Только пусть около меня Оленька подежурит. Она хохотушка. С ней веселее. Вот с весельем поаккуратней. Вам перевозбуждаться нельзя. Да ну, Сергей Дмитриевич. До встречи, Лев Борисович. До свидания, Оленька. До свидания. Почему мы свернули? В город разве не прямо? Нет, мы почти приехали. Вот это, ребят! Так быстро выходим! Слушайте, девушку отпустите, она здесь вообще ни при чем. Двигай давай. А вам на процедуры. Без вас, Оленька, это не процедуры. Так, а вам тоже на процедуры. Девочки, Брайковская, Пеленчук, проходите вон в тот кабинет, пожалуйста. Александр Александрович, а вам вон в тот кабинет, проходите, пожалуйста. Так, а вы со мной, девочки, быстрее на процедуры.
Сюда. Оленька, а? Там мой приятель приехал. Он такой же хохмач, как и я. Хочу его разыграть. Если спросит, скажите, что меня уже выписали. Хорошо. Добрый день. Здравствуйте. Я ищу пациента, Льва Глушко. Он вчера к вам по скорой попал. А, так его еще утром в деревне родственники забрали. Один пожилой такой с усиками, а второй кто-то вроде вас. Спасибо. До свидания. Ну как? Я ваш должник, Оленька. Хорошо. Послушайте, дайте договоримся. Правда, у меня есть деньги. Вы скажите, сколько, и нет проблем. Иди давай. Катя, беги! Стоять! Куда? Далеко собралась? Ты сможешь. Спасибо. Ранен, Гена, помоги. Давай. Боже мой. Тихо, тихо, тихо. Катя, да. Найди ножницы и полотенце. Хорошо. Тихо, тихо, тихо. Саня, возьми подушку. Ложись. Вот. Ага. Вот там ножницы на полке. Ага. Рукой не могу пошевелить. А ты не шевели. Водка есть? В холодильнике. Аптечка. Аптечка на полке. На полке. Слушайте, нужно скорую вызывать. Он же много крови потерял. Скорую нам нельзя. Кать, бинт. Давайте я перевяжу. Сергей, мне нужна твоя помощь. Сквозное пулевое. Грудь. Нет, легкая не задета. У Генки. Утром? Хорошо, спасибо. Ждем.
Слушай, может, ты объяснишь вообще, что происходит? А то я же вообще ничего не понимаю. Влип ты, фотограф. Мы с Генкой когда-то вели одно дело. По махинациям с государственным имуществом. Да я знаю, Гена рассказывал. Из-за этого дела его и уволили. В отделении Крот. Мне надо закончить это дело, понимаешь, закончить. Реабилитировать друга. Мне, кстати, может завтра понадобится твоя помощь. Какая? Труп сфотографировать? Может и труп. Шаги услышала. Вам тоже не спится? Ой, эти магнитные бури. Голова просто раскалывается. Лора Афанасьевна, а куда вы пропали? Yeah.
хоть поспала? Да. Доброе утро. Здорово. Привет. А вы меня до города не подбросите? А ты куда собралась? Алиску хочу забрать. Так подвезете? Вашей дочери сейчас будет безопаснее с отцом. А вам надо здесь переждать. Если вы не возьмете, я сама пойду. Там вас могут найти и закончить то, что не успели сделать вчера в лесу. А будете с дочкой, о ней дочь не пожалеет. И потом, Гене нужна ваша помощь. Дождитесь доктора. Кать. Послушай, Бригов знает, что делает. Хорошо. Все как в воду канула. Девочки, ее нет, все. Нигде нет. Начинаем. Остановитесь. Все, ну-ка давай, остановитесь. Хорошо. Дорогие мои, внимание, внимание, внимание. Алевтина, наша неизменная ведущая, как говорится, как в лету канула. Поэтому ее обязанности возьму на себя я. Я хочу с радостью объявить, что наш долгожданный концерт начинается! Ура! Я вам пишу, чего же более, что вам могу еще сказать? Теперь я знаю ваше море, меня презрением наказать. Теперь я знаю вашей воле. Меня призри. Девочки, девочки, приехали. Все, все. Приготовились. Лора Афанасьевна, с самого начала успели. Замечательно. Начинай. Зачем, зачем вы посетили нас в глуши забытого селения? Я никогда б не знала вас, не знала б горького мучения. Как хорошо, что здесь сегодня вы все собрались. Лора Афанасьевна, и вам сердечко. У ворот стоит автобус. Вам необходимо собрать все вещи, и вас повезут. А куда нас повезут? Повезут с комфортом. Это плановое переселение. Я все планировал. Санаторий в аварийном состоянии. И это очень опасно находиться здесь. А куда нас повезут? Вам все по дороге расскажут, объяснят. Так что собирайтесь и рассаживайтесь. Но у нас ведь концерт, мы еще не все номера показали. В автобусе попоете песни, почитаете стихи. А у нас еще танцы, что мы в автобусе будем танцевать? Молодые люди помогут вам собрать вещи. Проходите, пожалуйста, мы решим. Давай, как договорились. Заходите в кабинет, собирайте вещи. Ну что, собираемся? Ничего серьезного. Пуля прошла на вылет, небольшой воспалительный процесс. Делаете перевязки, продолжаете курс антибиотиков, но, к сожалению, без больницы никак. Желательно сделать рентген, сделать анализы и показать травматологу. Держись, Геныч. Спасибо большое. Спасибо, Серега. До свидания. До свидания.
Там папка на заднем сиденье. Глянь фото. Я покрутил, как ты сказал, и обнаружил отражение в стекле. Слушай, а я вот этого знаю. Это сторож санатория. Лев Борисович, фамилию не знаю. Он вроде нормальный. Алло? Аркаша. Слушаю, Вадим Сергеевич. Срочно отправляю опергруппу в наш санаторий. Понял. Пробей там сторожа этого санатория, Льва Борисовича. И сообщи мне. Похоже, это наш клиент. Хорошо, сделаю. Все, давай до связи. Я знала, что санаторий просто продадут, а всех людей выгонят и даже не спросят. Так не гонят же, переселяют. А вот что лучше попадется. И как же, где это? Давайте помогу. Ой, ага, спасибо. Послушайте, ой, как у вас лицо хорошее. Как вас зовут? Яша. Яш, скажите, а куда нас повезут? Хорошее место, надежное. Ага. А там есть речка? Как я к нашей речке привыкла? Там все есть. Угу. Яш, скажите, говорят, приказ поступил за сутки санаторий освободить. А что за спешка такая? Это к лучшему. Вдруг снова пожар. Вот, действительно, давайте в автобусе. Да? Давайте. Ну, давайте, давайте, давайте. Вы знаете, да, Яш, давай, у нас давай. Был такой жуткий пожар. Да, жуткий пожар. Мы тушили всем санаторием. Лев Борисович, поверить не могу. Получается, что Кельского убил именно Лев Борисович. Из-за этих снимков за мной устроили охоту. Наверняка и преступники могли увеличить и увидеть то же, что и ты. Исключено. Все улики и флешка у меня. У меня в машине исходники есть. Или уже были. Да. Я отправил тебе адрес сторожа. Опергруппа выехала к санаторию. Ты приедешь? Пока нет. Если он будет там, берите его. И проследите, чтобы никто не покинул территорию. Понял. Принято. Меня, честно говоря, это все так ошарашило. Документ вот этот вот, представитель суда, бывший муж. У меня перед глазами все поплыло. Я так растерялась. Алиску, когда вывозили, она так посмотрела на меня. Я думала, а вдруг я ее больше никогда не увижу. Похоже на подделку. Да вы что? Не помню. Судья Ващук. Там на этажерке записная книжка с телефонами есть. Ага. Найди фамилию Мирский. Мирский. Он занимается такими делами. Мирский. Может подсказать. Ты адрес своего бывшего мужа знаешь? Нет. Ничего. Это тоже можно узнать. Ты номер телефона нашла? Нашла, да. Звони. Так, ну, давайте. Пустите, что такое? Стой, у куда? У меня там вазоны, цветы. Какой вазон? Так, никто никуда не расходится. Нет, отправляемся там, через пару минут. Проходите. Документы о передаче санатория готовы. Правда, пришлось повлиять на некоторых членов комиссии. Надеюсь, это не зря. Так, кто такое? Что? Я не поеду без Алю. Все будет нормально. Найдем Алю. Найдем и Алю, да. Все. Да, да, да. Все. А
что же все-таки будет с моими людьми? Ничего. Посадим в автобус, отправим в город. А дальше пусть сами разбираются. Ничего страшного. Бизнес. Яша! Замолчите все! Да. Яша, тут еще одна пассажирка. Все уже здесь. Все, да не все. Какая? Где? Да вот во двор побежала. Давай, сажай ее в автобус и уезжайте отсюда. Угу. Хорошо. Стойте! Вижу. Угу. Спокойно, успокойся, я сказал, все. Да успокойся! Яша! Где она? Так вот же она! Да директриса где? А я откуда знаю, где? Шлёпается, зараза! Оля! Это тоже зараза! Держи! Что он нам говорит? Это неправда! Идите сюда! Люди! Я сейчас такое слышала! Нас обманывают! Вора хочет вывести нас в лес и там бросить! Да как? Мы не должны отсюда уходить! Все в автобус! Какой автобус? Мы никуда не пойдем! Быстро! Это они! Надень маску. Он не должен тебя узнать. Мне что делать? Будь сзади для подстраховки. Ох, не нравится мне все это. Никого нет. Ну, хорошо. О, сколько фотографий. Практически твой коллега. Ты тут есть. Гламурный художник Алекс Басс. Кто он? Гений не от мира сего или фальшивка? Бомонт умиляется его работами, он не скрывает, что намеренно делает бракованные снимки, чтобы поглумиться над публикой.
расстраивайся, Саш. Здесь крупными буквами между строк прочитывается женская ревность и жажда мести. Да нет, она права. Я фальшивка. Всегда хотел снимать по-другому, но ломал себя ради денег. Слушаю. Это тебе. Это я. Да, Кать, что случилось? Решение суда фальшивое, никакого суда вообще не было. Ты представляешь себе? Нам помогли узнать адрес Олега. Алекс, миленький, я тебя очень прошу, ты же в городе, забери Алиску, пожалуйста. У меня вообще нет возможности отсюда уехать. Кать, я все понял. Говори адрес, я заберу Алису. Господи, спасибо тебе большое, Саш. Да, я все понял. Жди. Вадим, прости, мне надо отъехать. Ты же без меня справишься, да? Ну, давай. Обещал дочку забрать. Я же говорил тебе, все будет хорошо. Боже, он когда стрельнул, я так испугалась. Ой, Яша, это какой интересный мужчина. Отказался бандит. Там с ними еще и главный был. Он с нашей Лорой, директоршей, о том куда-то делся. Прочешите периметр. Продала нас Лора. Представляешь? Ага. Я сам. Каша, чтоб ты был здоров. Я перезвоню. А говоришь, помощи мало. Теперь-то я могу идти? Вот теперь можешь. Не отвечает. Ну ты лох.
Девку на тебя повесили и свалили. Ну чё, лох? Лора обещала, она слово держит. Да откуда ты знаешь, что она держит? Ты что, куришь ей, что ли? Вечно ведешься, накидал. Да чё кидал? Вот ты, если бы ее видела, ты бы все поняла. Угу. Я ей больше нужен. Вообще, в этот раз дело беспроигрышное. Вообще, я везучий. Смотри, как мне с тобой повезло. Слушай, отстань! Знаешь, как я тебя люблю? Ну? Вот бабло получу и выбирай, что хочешь. Все, что хочешь. Мне для тебя ничего не жалко. Ты что смотришь, бесстыжая? Я есть хочу. Тебе что, мама не учила, что подсматривать некрасиво? Иди давай. Сиди здесь тихо. Санаторий, открывай. Деньги принес? Алиса! Ты чё? Алиса! Ты чё, у тебя бабки? Алиса, ты где? Слышь, ты чё это? А ты что сидишь? Ну давай же! Я здесь! Я в ванной! Привет. Все в порядке? Да. Ну пойдем, нас мама ждет. Я отец, ребенок останется здесь. Настоящий отец тот, который любит. Я тебя такого рисовала. Бандитка, я твой папа. Меня зовут Алиса. Слушай, если ты еще хоть раз подойдешь к Алисе или Кате, я тебя засажу. За похищение ребенка и подделку документов, понял? Пойдем. До свидания. Слабак. Меня по ночам бессонница мучает. Поэтому я гуляю. Но не терять же время. Ночью воздух такой прозрачный. Алевтина. А? Ближе к делу. Да, да. Прошлой ночью я услышала какой-то шорох из кабинета Лоры Афанасьевны. И вошла. Но было пусто. А потом ничего не помню. А когда проснулась, они уже... Кто они? Лора Афанасьевна и этот мужчина. Они уже обсуждали, как вывести нас и бросить на произвол судьбы, а санаторий продать. Это все домыслы. У меня есть решение комиссии по закрытию санатория. Вернее, оно было, но его украли. Это я жертва. Снимите наручники, они мне так давят. Ваша жаба? Да, это сувенир. Богатый внутренний мир. Да что вы, это просто игрушка. Это не просто сувенир. Можно воспользоваться? Да. Вас записывали! Я не виновата. Меня подставили. Я жертва. Жертва. Осторожно, он горячий. Спасибо вам, Катя. Да это вам спасибо, вы нас от смерти спасли. Это моя работа. Опасная у вас работа. Главное, что я ее люблю. Кажется, приехали. Спасибо.
Доченька! Мамочка! Девочка моя! Мамочка! Алиска! Птичка. Я так сильно тебя люблю, мамочка! Я тебя больше никому не отдам. И я от тебя никогда, никогда! Я от тебя больше никуда не уеду, мам, я тебе обещаю! Моя птичка. Мам, знаешь, Алекс меня спас. Он наш герой. Спасибо тебе. Да ладно. Мам, а я всем сказала, что Алекс мой настоящий папа. Алиса, ну... Ну чего смеетесь? Во-первых, я тебя таким нарисовала. А во-вторых, он нас любит. Пойдемте домой. Пошли. Вадим. Слушай. Группа на подходе. Я вышлю по первому сигналу. Наемник из квартиры раскололся. Молчит. А те из леса? Тоже ни слова. Понятно. Вадим. Да. Может, все-таки я приеду? Ты должен руководить группой захвата. Я кроме тебя никому не доверяю. Понял. Все, я его вижу. Начинаем операцию. Маски. Чего мы ждем-то? Может, грохнем его прямо сейчас, а? И все. А салон ты будешь мыть? Сейчас найдем тихое место и грохнем. Да угомонись ты там! Думаешь, охота тебя мочить, что ли? Приказ шефа. Да. Западло, наверное. Столько лет пахал на хозяина, он решил тебя грохнуть. Да знает слишком много. Элементарный пристраховка. Может, пожрём сначала, а? Давай, похаваем. Thank you.
Я же говорил тебе, поведется. Ты не верил. Алло, Аркаша. Алло. Да, Вадим, говори. Мы на месте, объект внутри. Ждем вас. Понял. Группа на подходе. Ну чего? Сейчас поработаем. Привет, Шелест. Ты чё припёрся? Неважно выглядишь. Спишь плохо? Мы же договорились, тебе сюда нельзя. Все вопросы по телефону. Замочить меня решил. Старого друга. Ты чё, Лёва, под кайфом, что ли? Что ты несёшь, Лёвушка? Мы же с тобой давно в одной связке, Лёвка. А? Нервишки? Шалят, Лёвушка. Ты, Лёвушка, садись, покури, расслабься. А я не в напряге. Что ты мне втираешь, гнида ментовская? Сам решил все забрать, да? Все твои услуги, Левушка, я давно оплатил. Работаем! Работает спецназ! Лежать! На землю, я сказал! Генерал-майор. Капитан Бригов, вы превысили полномочия. Вынесли из управления уголовное дело. Скрыли улики. И в компании уволенного за халатность Одинцова Геннадия и вашего помощника Аркадия Копачевского вели незаконное расследование, которое привело к смерти начальника следственного управления генерал-майора Шелестова. Шелестов занимался незаконным захватом объектов частной и государственной собственности.
Его правая рука, Лев Глушко, должен был выкрасть документы санатория. И для этого он установил видеонаблюдение в кабинете директора. Эй! Вы меня слышите? Убийство Кельского, организованное тем же Глушко, непреднамеренно попало в объектив фотоаппарата. Так мы и получили лицо преступника, которого потом опознал сам фотограф, Александр Бас. Я вышел на схему незаконных продаж государственной земли. Ее возглавлял юрист Борис Береговой. Генерал Шелестов забрал это дело себе и захотел обойти Берегового и присвоить земли. Тогда подозрение упало на генерала Шелестова. Кроме него никто не знал о фотографии. Следственная комиссия постановила. С вас снимаются все подозрения. Спасибо. Спасибо. Извините. Эта фотовыставка открывает совершенно нового Алекса Басс. Его фото – сама жизнь. Вокруг нас и внутри нас. Наслаждайтесь! Да, радуйся! Ну, давайте уже не вас. Спасибо. Алекс, раньше вас называли арт-хулиганом. Почему ваши работы так кардинально изменились? Потому что я стал настоящим. Браво! 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 Спасибо! Браво! Спасибо! Благодарю! Спасибо! Благодарю! Спасибо! Спасибо большое! Спасибо! Спасибо! Ну, сами! Здорово! Привет! Молодец! Спасибо! Спасибо! Здравия. Просто здорово. Спасибо. Следующая выставка одна на двоих. Заметан. Знаешь, старик, я поражен. Спасибо. Потому что он белый, пушистый и кружится, как я.